Начинается второй тайм на Сент-Мэрис. Судья позволяет продолжить. Отличная игра в пас, все точно и по делу. А тут что? Гол! Гол! И еще раз гол! Не скажу, чтобы этот гол был катастрофой, но, согласись, это показатель. Команда, которая претендует на победу в турнире, такие мячи не должны быть. Да, конечно, к обороне сегодня огромное количество вопросов. Без единого шанса для вратаря, великолепный удар головой. Очень здорово исполнил, прицельно, мощно, результативно. Все-таки сумел достать мяч головой и не оставил вратарю ни малейшего шанса. Жака. Удар. Штанга. Ройс. Ну, это не игра. Согласен, Георгий. И знаешь, по-моему, он вообще в этой ситуации не смотрел на ворота. Не прошла эта передача мяч у соперника. Месси. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Жака. Барри. Де Росси. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Мяч перешел к другой команде. Удар по воротам. Штангу мяч угодил. Играй! Барри. Ба. Мяч летит в сторону ворот. И это просто шедевр. Команда проигрывает, положение незавидное, но мы знаем, что для них этот турнир важен, и наверняка они к нему серьезно готовы. Да, думаю, они еще прибавят. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Вы знаете, если вратарь будет так играть, то, мне кажется, его и заменить могут. Он сегодня явно не в своей тарелке. Соглашусь с тобой, Георгий, очень неуверенно играет. Уже 4 гола в этой встрече забиты, 3-1 еще. Дальняя попытка удара приносит успех, однако... Я, честно сказать, не думал, что отсюда можно забить. Вратарь, похоже, тоже. Пушка страшная! Мощнейший удар! У вратаря просто не было шансов. Какой удар все-таки? А, пушка страшная. 4-1. Очень большое преимущество. Опасно! Великолепный гол! Согласитесь, уважаемые зрители, что вот именно такие голы очень хорошо отсматривать на повторе. Спокойно, красиво, технично. Просто на заглядение. Игра продолжается, у нас уже 5-1. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. И этот штрафной может быть очень опасным. Мяч летит точно в стенку. Боковой линии.
Бейл. И эта игра в обороне, вы узнаете. Защитник справился с задачей, мяч выбил. Но я Румбо. Команда гостей получает от 3. Какой шанс! Перекладина спасает! Отличный сейв вратаря. Принял не очень удачно, но мяч сохранил. И свисток останавливает игру, офсайд фиксирует линейный арбитр. Все написано на лицах игроков, они понимают, что до вылета остались считанные секунды. Печально, Георгий, очень печально. Бейл. Перехват в центральной зоне. Можно подвести краткий итог матча. Сегодняшняя игра проходила с колоссальным преимуществом одной из команд. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. Бар. Пас в штрафную. Спасает он свою команду. 5 минут осталось до конца этого матча. Авес. Месси. И навес. Все в рамках правил, можно играть. Месси. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Надо забивать. Какой удар. Ох, какой гол. Какой гол. Наверное, есть претензии у голкипера к защите, но разве что для очистки собственной совести. Ужасная, просто чудовищная игра вратаря сегодня, и оборона тут, собственно, ни при чем. Еще один великолепный гол, и он подытоживает преимущество одной из команд. Игра закончена. Сегодня одна из команд явно рассчитывала на большее, но все, что ей достается, это горечь поражения. И, как мне кажется, поражение. Какая изящная передача. Ройс. И что это? Гол! Решил пробить. А вот и гол. Они сравнивают счет. Опасно! Барри. С углового мяч будет введен в игру. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Удар головой. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Не скажу, чтобы этот гол был катастрофой, но, согласись, это показатель. Команда... Удар! Штанга! Удар поворотом. Штангу мяч угодил. Играй! Мяч летит в сторону ворот. И это просто шедевр.
Команда проигрывает. Положение незавидное, но мы знаем, что для них этот турнир важен и наверняка они к нему серьезны. Уже 4 гола в этой встрече забито. 3-1 счет. Дальняя попытка удара приносит успех. Однако... Опасно! Великолепный гол! Надо забивать! Потянул мышцу. Какой удар! Ох, какой гол! Какой гол!